Порошенко. Шановні друзі, за вітчизну на свободу, коли я був присутній на матчі, бачив екзости, просто вичавлені. Якби ви бачили наші очі, ми вам дякувати. Серьезные результаты в ответной игре в Словении. Уверен, что как раз выступление здесь, так как дома. Уверен, что где-то благодаря вам мы очень тесно сотрудничаем с нашими ребятами. Две экипы прошлых лет, которые, к сожалению, наша сборная имела выход из... Президент України Петро Порошенко.